Жилой комплекс «Восточное Бутово» – это новый микрорайон в Ленинском районе. Застройщик – строительная компания «Мортон». Как следует из рекламных релизов, он раскинулся на 88 гектарах в экологически чистом районе Подмосковья. Возведен по уникальной концепции совместно с ведущим немецким архитектурным бюро. Все красиво, только вот есть проблема. На момент заезда в нашем районе не имеется ни школы, ни детского сада, ни поликлиники. Хотя на момент покупки квартир застройщик обещал, что все будет к моменту заселения первой очереди. Это был основной вопрос, который обсуждался на встрече жителей микрорайона с заместителем главы Ленинского района Сергеем Гавриловым. Сюда же был приглашен представитель компании-застройщика. С чем связано, что к заселению в первую очередь не готова минимальная инфраструктура, в частности сад, школа, поликлиника? Здесь у нас представитель застройщика присутствует, Аркадий Васильевич, поэтому я сразу вам этот вопрос адресую. Поэтому представьтесь и, пожалуйста, ответьте. Застройщик ответил, что детские учреждения возводятся. В эксплуатацию их планируют ввести 1 августа 2017 года. Таким образом, лишь с 1 сентября следующего года дети смогут пойти в новую школу рядом с домом. До той поры строительная компания за свой счет будет возить ребят до учебных заведений близлежащих районов и, соответственно, привозить обратно. У нас же этот транспорт мы не так придумали, что 8 забирает, 10 отвозит. Все это по время согласовывалось с управлением образования. Во сколько мы забираем детей, во сколько жителям неудобно. Отсутствие школы не единственная проблема микрорайона. У новоселов нет поликлиники, детского сада, интернета, не развита дорожная инфраструктура. Со временем застройщик обещает закрыть все вопросы и выполнить свои обязательства перед жителями. В Восточном Бутово у нас поликлиника планируется рядом с дорогой, которая, где конец эстакады, где сейчас у нас закапывается как раз коллектор. Это Бобровый юг, да. На центральной дороге. Если это 18, то 20, наверное, год. Чтобы обещания поскорее воплотились в жизнь, за ситуацией теперь будет пристально наблюдать лично глава Ленинского района. И решение, в том числе вот этих всех предстоящих вопросов, по крайней мере, со стороны администрации, планируется, скажем так, выявление всей этой проблематики для обсуждения уже с руководством компании на уровне главы района всех проблемных вопросов с целью понимания той ситуации, которая есть, и закрепления определенных договоренностей по каждому из них. Все обращения жителей во время проведенной встречи были запротоколированы и будут отработаны в обязательном порядке. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».